Добрый день. Хотел получить от вас видеоотзыв по полному курсу моему по работе с сектором управления капитала. Что было понятно, что непонятно, все минусы, плюсы. Немножко о локировании рассказать по разгонам, что и как. Что понравилось? Хотел бы отметить то, что в ваших видео мало воды, ну, как бы вот так. Угу. То есть сразу переходим из плюсов, то, что сразу переходим к примерам, работаем, ну, не в реальном времени, а как это называется? Тестере. Тестере, да, работа в тестере, вот это интересно. Ну и с локированием тоже, то есть грамотно объясняйте манипуляции с объемами, то есть усреднение. Ну, все, в принципе, понравилось. Хорошо. Спасибо. Будешь использовать это в своей работе, да? Да, буду использовать, определяться, то есть как работать. Все, спасибо тогда за короткий отзыв. Пока. Пока.